Ну что, вот у нас Uromastyx philby сегодня снеслась самочка. Сейчас мы будем доставать ее кладку, посмотрим, что она нам, чем она нас порадовала. Вот она, мамашка, такая худенькая. Вот все она тут зарыла. Сейчас мы попробуем это все, не попробуем, все это отроем. Сейчас мы это сделаем вот так, чтобы нам было удобно. Что, где она там отложилась? Где-то тут, по идее. Вот так вот нежненько, слой за слоем. Сейчас мы, оп, вон уже видно. Да? Теперь начинаем более аккуратно. Уже 4 штучки видно. Отложилась она где-то примерно в обед. Сейчас уже вечер. Посмотрим, чем она нас порадовала. Достаем потихонечку. Вот яйца плотные. Вот, ну, вот это вот очень хорошо видно. Вон ореольчик красненький. Эта самочка у нас уже не первый год несется. И вот мы имеем 8 с виду очень даже красивых яиц Uromastyx philby. Все, больше нету, нету. 8 штучек. Сейчас мы их отсюда заберем и положим в инкубатор. Вот такая вот красота. На всякий случай проверим. Все, теперь восстанавливаем этот, собственно говоря, ее домик, потому что она все равно будет еще копаться тут. Чисто рефлекторно. Декорации восстановили. Где она там спряталась? Ну, вон она после кладки выглядит достаточно хорошо. То есть упитанная. Побежала дальше охранять место кладки. Она еще пару дней туда будет лазить. Так. Вот у нас подготовленный контейнер с вермикулитом. Сейчас мы включим фонарик. На всякий случай. И вот очень четко видно ореол. Вот он. Этим ореолом кладем вверх. Это нам говорит о том, что яйцо оплодное. Хорошенькое. Потом следующее смотрим. Вот он здесь хуже видно, но тем не менее вот он присутствует. Потому что немножко песочка, ничего страшного. Яйца в процессе инкубации будут расти. Я хоть и старался, когда вынимал их из террариума, их не переворачивать, но на всякий случай лучше проконтролировать сей момент. Так будет надежней. Здесь же так видно. Вон. Ну, собственно говоря, и вся процедура. Теперь мы это закрываем, подписываем и ставим в инкубатор. Сегодня у нас 10 марта, 03, 2021 год. И вот в инкубатор они пошли. Пусть себе инкубируются. Будем ждать малышей.